Мало кто знает, но именно Брянщина считается родиной движения школьных лесничеств. 70 лет назад в Жуковской школе номер 1 появился первый отряд юных лесников. Он назывался «Зеленый патруль». Учитывая высокий уровень развития лесного хозяйства в Брянской области, то и отношение к школьным лесничествам было соответствующее. Поэтому всегда Брянская область, ну, скажем так, была в передовых рядах этого движения. Сейчас движение школьных лесничеств – это 1700 отделений по всей стране, более 35 тысяч школьников и преподавателей, увлеченных единым делом – сохранением дикой природы. Я очень люблю природу, мне нравятся деревья. Зеленый цвет – это мой любимый цвет. Экология – это то, от чего мы полностью зависим. То есть гаджеты – это все останется, а лес мы должны беречь. Наш округ по плотности населения один из малочисленных, наша Чукотка. У нас всего 40 тысяч населения, молодежи очень мало, честно говоря. Работа с населением проводится регулярно. Мы ходим в школы, в школы-интернат, детские сады. Прививаем детям знания о экологии, деревьях, то, что не стоит делать в лесу, то, что стоит делать в лесу и как себя вести. Фестиваль собрал в Брянске победителей региональных отборочных этапов. В ближайшие несколько дней ребята получат уникальную возможность пообщаться с экспертами и учеными, проверить свои теоретические знания на практике, поучаствовать в реальных операциях лесопожарной охраны Брянской области. Сотрудникам этой службы торжественно вручили ключи от новой техники. Начальнику Новозыбковского участка лесопожарной службы Горохову Павлу Николаевичу. Огромное спасибо нашему губернатору Александру Васильевичу, который вот с помощью правительства Брянской области было 96 автомобилей приобретено. Теперь мы дополнительно еще с федерального агентства, на федеральном уровне получаем технику. Это как бы дополняется, и я думаю, что и региональное правительство видит, и Рослесхоз видит, что управление лесами Брянской области работает, ну и, соответственно, помогает. Брянское управление лесами не первый год входит в число лучших по стране, и очередная партия современной техники, которая поступила в регион в рамках национального проекта «Экология», это оценка достижений и качества работы брянских лесников. Техника очень хорошая, потому что очень много навесного оборудования, которое помогает более эффективнее тушить лесные пожары, эффективнее и быстрее. Вот. Лесопожарные машины, наш парк немножко устарел уже, поэтому новые лесопожарные машины – это тоже большое подспорье в тушении лесных пожаров. Участники съезда смогут познакомиться с новейшими образцами техники. Помимо этого, юных лесников ждут мастер-классы, викторины, спортивные состязания и обширная культурная программа. Дмитрий Кузнецов, Игорь Винничук. События. Брянский район.